Меня очень пьет мать, и что бы я ни делала, ничего не помогает. Очищаю каждый день дом, шумы помогают только на время, ненадолго. Вопрос, можно ли заниматься духовными практиками в таком доме? Да. Так как после практик получаю обратный результат. Нет, вам так кажется. Это борьба, борьба злого духа пьянства с вашим. Но здесь такая особенность. Когда вы будете ругаться на маму по поводу того, что она пьет, говорите маме слова. Мама, тебя-то я люблю, но... И дальше отделяйте маму от алкоголизма. Смотрите, смотрите, грубо, алкоголизм, наркомания — это дух, который влияет на человека, и человек становится не тем, кем он есть на самом деле. На самом деле каждый человек прекрасный, а вот духи, которые в нем находятся, они могут человека делать невыносимым, невыносимо вредным, невыносимо гадким. Это очень часто мы замечаем, когда наши близкие начинают употреблять. То есть нормальный человек выпил и стал чудовищем. И что необходимо делать? Необходимо ощутить вот это чудовище и отделить его от мамы, которая не чудовище. И в тот момент, когда вы отделили одно от другого, ругайте, даже не видя это чудовище, плохими словами, говорит, как ты заколебала, какой-то, но четко понимаете, даже видя маму, что это не мама, а одержимый демоном мама. А потом маму, представляя как хорошего человека, говорите, мамочка, ты моя любимая, ты мое солнышко, так вы отделяете чудовище и прогоняете. Это элемент, который называется отделение. Обычно ругают наркоманов или алкоголиков и ругают их за что-либо, не понимая, что они ругают душу человека. И душа, она страдает и так. И они еще больше тонут. А почему? Потому что чудовище, оно хочет, чтобы... его пожалели, оно хочет, чтобы к нему хорошо относились. И мы обычно, видя этого человека, ругаем его, а чудовище в этот момент этого не хочет. Но если мы отделяем, то чудовище не желает, чтобы к нему относились плохо. А человек желает, таким образом мы его душу делаем, или поддерживаем его душу, а это чудовище или элемент, который живет в маме и проявляется в виде алкоголизма, прогоняем и негативно к нему относимся. Так происходит вот такой вот обряд.